удивляются, вот я меня всегда удивляло, вот кардиохирурги. Вот для того, чтобы стать кардиохирургом, нужно пройти огромную практику, огромное обучение. Вот черт знает, что надо пройти, и после этого тебе дадут пересаживать сердце. Да? Mm-hmm. Вот. Вот психотерапевт, он, по сути дела, пересаживает нервные связи в мозгу. Значит, вот это очень ответственное и сложное дело. Конечно. Но почему-то считается, что можно, значит, прочитать какую-то книжку, сходить на какие-то курсы, вот, и после этого превратить. Почему вот никто не ходит пересаживать сердце к таким же людям, которые там 2 недели где-то отучились? Вот я вот как-то этого не могу понять. Сходили бы, и после этого пошли бы к психотерапевту, например. Если бы смогли после этого, что вряд ли. Вот, поэтому, на самом деле, это очень сложные вещи. Ну, вот, работа очень сложная, психотерапевт.